весной пробуждается природа, а вместе с ней и желание людей украсить свои садовые участки, обновить комнатные растения. Мощная цветущая лиана бугенвиллия – растение достаточно редкое, но уже набирающее популярность. Нечасто бугенвиллию можно встретить в городских квартирах, ведь она может разрастись до огромных размеров. Но для любителей миниатюрных цветов здесь огромный выбор. Я очень люблю цветы. Стала заниматься, высаживаю у себя возле дома. Поэтому я хожу на выставки, мне нравится этим заниматься. Приходят целыми семьями. Такие цветочные прогулки особенно нравятся детям. Для того, чтобы привить детям любовь к прекрасному. Это же очень красиво, когда вот они видят, как начинается росточек, начинает расти это все. Это же хорошо. Пусть они, доброта будет у них, любовь к прекрасному. Садоводы с удовольствием рассказывают посетителям выставки, как сделать лучше, чтобы соседство в доме с растениями было приятным. Ухаживать за цветком не так уж и сложно, а стоит немного приложить усилий, добавить капельку фантазии, можно вырастить прекрасный адениум. Корневая система развивается внутри горшочка. Потом, через какое-то время, его нужно приподнимать. И когда приподнимаешь, уже можно формировать. Ножки, ручки, допустим, или просто как осьминожика. Очень интересно получается. Впечатляет стремление сочинцев к приобретению саженцев плодово-ягодных культур. Все они выращиваются на Кубани, например, в Павловском районе, и охотно приживаются на Черноморском побережье. Все, что положено, поливка, подкормка, опрыскивание, все нужно. Все нужно делать. Выставка цветов будет работать и в выходные дни. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.